Детское радио представляет. Большие секреты маленькой кисточки. Здравствуйте, ребята! Привет вам с кисточкой! Вот что я хотела вас сегодня спросить. Скажите, что больше всего любят рисовать девочки, а что мальчики? А я знаю, Девочки обожают рисовать принцесс, кошек и лошадок, конечно. Ну а мальчишки – мастера в изображении машин, роботов, танков и разных битв. Представьте себе, не только мальчишки любят рисовать сражения. Есть на свете такие особенные взрослые художники, которые на своих картинах изображают только военные действия. Называются они баталисты. Это от слова баталия, то есть бой, сражение. А что же особенного в этих художниках, спросите вы? Разве трудно войну рисовать? А я отвечу, очень даже трудно. Как вы думаете, откуда художник узнает, как изображать военную технику, форму солдат, как выглядели места сражений? Выдумывает? Конечно, художник может посмотреть документальный или художественный фильм о войне. Но чаще всего ему приходится приезжать на места боев, много читать, изучать историю, делать множество подробных зарисовок форм, оружия, военной техники. А ведь, ребята, нередко бывали случаи, когда художник оказывался свидетелем самых настоящих сражений. Он вынужден был, рискуя жизнью, точно и почти молниеносно фиксировать все ужасы, которые он видел на поле боя. Какие же советы есть у кисточки для тех, кто хотя бы на время захочет стать художником-баталистом? Во-первых, вам понадобится наблюдательность. Смотрите и подмечайте все самое интересное вокруг. Во-вторых, нужно полюбить читать. Если вы захотите изобразить какое-нибудь историческое военное событие, рыцарское сражение, поход князя Игоря или эпизоды «Звездных войн», вам придется много узнать об этом из книг. Совет третий. Нужно хорошо научиться изображать людей и лошадей. Человека вы научитесь рисовать, когда сможете точно передавать пропорции его тела. То есть точно подмечать соотношение частей тела между собой. Вот еще один секрет. У человека главное – голова. Если взять размер головы и померить, сколько раз она умещается во всем теле, в плечах, руках, это вам поможет нарисовать человека похожим не на обезьяну или чудовище, а на самого себя. Но самое трудное – это научиться изображать всех персонажей батальной картины в движении. Посмотрите на картину Митрофана Грекова «Тачанка», как бешено несутся лошади, будто вот-вот выскочат из рамы. В сражении всегда танки едут, солдаты бегут, самолеты летят. Рисуйте как можно больше людей и животных в движении. Интересно побыть художником-баталистом? Пробуйте, а я прощаюсь с вами. Пока! Большие секреты маленькой кисточки.